Сегодня хотел бы спасибо сердечно поблагодарить Федерацию фехтования России в лице от ее руководителя Александра Юрьевича Михайлова за постоянную поддержку и внимание к курским спортсменам-фехтовальщикам. Сегодня я хотел бы еще раз от души поздравить вас с открытием этого очень важного знакового фехтовального центра, важного олимпийского объекта и пожелать всем хорошего настроения, добрых здесь занятий, а объекту добрый путь. Дорогие друзья, вас приветствует президент Федерации фехтования России Александр Юрьевич Михайлов. Добрый день, уважаемые друзья! От лица Федерации фехтования России и от себя лично я рад вас приветствовать на открытии второй очереди Национального фехтовального центра в городе Курске. Мне очень приятно, что в городе Курске находится такой значимый объект. Это свидетельствует о том, что местная администрация, губернатор Курской области проявляет большой интерес к нашему виду спорта, и он является базовым в вашем регионе. От президента Международной Федерации фехтования у меня есть обращение к вам. Разрешите мне его зачитать. Обращение к участникам торжественного открытия второй очереди Центра фехтования в городе Курске. Дорогие друзья, приветствую вас на открытии нового спортивного объекта Центра фехтования.